Давайте приветствуем Сергея Жирнова, бывшего старшего офицера службы нелегальной разведки СССР и СВР Российской Федерации, эксперта по международным отношениям. Сергей, я вас приветствую. Привет, Питер. Я последний раз видел вас из Давоса, когда вы вещали. Да, вещал я из Давоса, и даже вот с президентом вашей нынешней страны пообщался немножко. Вот с Макроном, кстати, да, задал ему вопрос, потом даже в кулуарно немножечко с ним поговорил. Он сказал, что Украина это очень важно. Ну, так вот у нас был разговор достаточно примитивный, понятно. Но, тем не менее, все это происходит в контексте того, что и между Россией, простите, между Украиной и Францией, готовится некое вот такое двустороннее соглашение, моделированное на вот соглашение, которое подписал Риши Сунак, вы помните, где-то месяц назад. И неплохая новость из Сената. Верхняя палата США проголосовала за выделение помощи, и 20 голосов из сколько 49 республиканцев поддержали эту инициативу. В нижней палате все очень сложно и непонятно, и не факт, произойдет ли это там, или если да, то когда. Собственно, и вот это меня наводит на первый вопрос к вам, Сергей, опять-таки, и в контексте этого интервью Карлсона с Путиным, которое вы уже в нескольких эфирах успели прокомментировать, так вот анатомизировать. Вот в этом контексте не кажется ли вам, что вообще между Путиным и Трампом может быть уже конкретное некое соглашение, может быть достигнуто даже кулуарно при посредничестве Такера, который признался, что у него был такой тет-а-тет с Путиным вне камеры, за камерой, и что Трамп сейчас, по сути, выполняет функцию Путина по некой такой договоренности и вплоть до своей, как он надеется, победы в ноябре, с тем, чтобы уже заключать какие-то договоренности с Путиным в ущерб интересам Украины. Не, я не думаю, я не верю в такую конспиративную, конспирологическую версию, потому что я просто считаю, что Трамп, он, в общем, преследует свои собственные интересы, ему для этого не нужен никакой Путин, у него просто есть свои собственные интересы. Такер, кстати, с моей точки зрения, не может быть таким, как бы, секретным агентом, которого послали в Россию, значит, от имени Трампа устанавливать какие-то взаимоотношения. У Путина для этого есть настоящая разведка, у него для этого есть Нарышкин, который может там допустим, главный резидент в Вашингтоне может спокойно выйти на Трампа и все сделать без всякого Такера и так далее. Есть Министерство иностранных дел, есть посольство, есть такие советники-посланники или послы по поручениям, которых можно послать конкретно непосредственно в штаб-квартиру Трампа, позвонив, предупредив, что прибудет такой посланец. И тут на Такера я не думаю, что Кремль будет рассчитывать, потому что, ну, конечно, с ним поговорили, то есть, в принципе, так сказать, где-то в кулуарах там ему налили стакан виски и сказали, что типа будешь пересекаться с Трампом, скажи хорошее слово какое-нибудь. Но я не думаю, что его вербовали каким-то образом, вот это все совсем не так. Вот, у Трампа просто своя собственная повестка дня. И на самом деле он, в общем, ну вы видели его последнее заявление по НАТО, которые шокировали вообще весь мир, шокировали всех нормальных американцев, шокировали всю Европу. Вот. И он, в общем, доиграется своими делами, потому что он, конечно, любит эпатировать публику. Ему это его стиль такой, значит, что-нибудь сказать такое яркое, чтобы потом все встали на уши и цитировали его целыми днями. Вот. Но, тем не менее, он рано или поздно пересекает какие-то красные линии. И мне кажется, что вот в этой истории с НАТО он пересек красную линию. Потому что одно дело, если бы он говорил, что я буду там давить и выстраивать какие-то условия тем странам, которые недостаточно выделяют денег на оборону, а другое дело предложить Путину напасть на эти страны, это вообще что за разговор такой? Это вообще с кем Трамп разговаривает? Это он в Америке такие вещи говорит, что Путину предложить на Западную Европу напасть на всех... Сергей, вы видели, он сорвал аплодисменты. То есть те, кто присутствовали при этой речи, его вот красношапочники, ему аплодировали не стоя.
Это мы с вами прекрасно знаем, и это многократно уже говорилось. Нужно всегда разделять, во-первых, что Трамп говорит во время кампании, что он будет делать в Белом доме, если он туда доедет. Я, кстати, это, кстати, не факт. Во-первых, ему 78 лет скоро будет. Во-вторых, у него 4 уголовных дела. И вот сейчас уже, хоть он и обжаловал в Верховном суде, значит, ему уже апелляционный суд снова отказал в том, что признать его иммунитет по делу, значит, Капитолия. Теперь у нее остается последняя инстанция — Верховный суд. Вот, ну, наблюдаем, как там будет развиваться. Если Верховный суд ему откажет в этом деле, тогда все, тогда будет уже рассмотрение, и тогда он просто не дойдет ни до какого президентского номинирования. Вот. Ну, начиная с первой части вашего вопроса, значит, Макрон, я вам должен сказать, довольно неплохо выступает в последнее время, потому что у меня такое ощущение, что он как раз использует слабость Америки, не использует те противоречия, которые есть и у Байдена, и у Трампа, и у республиканцев вообще, чтобы себе выиграть каких-то очков геополитических. Так, у нас что-то под... Нет, нормально все. Вот, и по этому поводу он довольно активен. У нас поменялось сейчас правительство, но у нас остался тот же самый министр обороны. Вот, и Франция вообще там передает довольно серьезные артиллерийские какие-то установки. Она входит в коалицию по артиллерии международную. Вот, и Макрон озвучил уже несколько раз фразу, которую все от него давно ждали, а именно, что Европа и Франция, в частности, будут помогать Украине столько, сколько понадобится, даже если Соединенные Штаты Америки перестанут ей помогать. Вот это надо понимать, и это очень важные вещи. Сейчас мы ждем, на следующей неделе будет конференция в Мюнхене по безопасности в Европе. И туда поедет президент Зеленский. И уже в офисе президента сообщили, и в Министерстве иностранных дел, что Зеленский, скорее всего, сделает вояж по Западной Европе. Он, скорее всего, ну, поскольку он будет уже в Германии, он наверняка будет еще отдельно встречаться с Шольцем. Но поскольку он будет в Германии, он еще, возможно, заедет во Францию или там Макрон где-нибудь там на границе подъедет, там в Страсбург какой-то, я не знаю. Вот. Ну, скорее всего, просто президент Зеленский в Париж подъедет. Это час лету от Германии, это не проблема. Вот, и даже на поезде 2 часа езды. Вот, и еще будет разговор, возможно, Зеленский еще приедет еще в Великобританию. То есть вот как раз все эти страны и ту новость, которую вы озвучили, что то, что уже сейчас подписано с Великобританией, теперь есть несколько стран, вот в частности Германия сама сказала, что во время этой конференции, во время нахождения Зеленского в Германии, Германия намерена подписать с ним такой же договор, такой же рамочный договор об обеспечении безопасности, о гарантиях безопасности Украины. Вот. Но, с другой стороны, конечно, мы не будем тут розовыми пузырями исходить по поводу этих документов, потому что все-таки это больше протоколы о намерениях, да, потому что это больше... Ну, они символически все равно играют значение. В международных отношениях любой документ, который подписан на уровне глав государств, это все равно важный документ, даже если это протокол о намерениях. Вот, потому что это все равно обозначает какой-то вектор, это обозначает то, что куда идет политика и украинская, и западноевропейская, и конкретно тех стран, которые подписывают эти договоры. Тем более, что, в общем, это не самые слабенькие страны Европы, это страны, которые участвуют в помощи Украине. Германия, кстати, подтвердила, что она в этом году действительно удвоит свой пакет и передаст не меньше 8 миллиардов евро военной помощи Украине, несмотря на все ее там сложности бюджетные, у нее там были проблемы довольно серьезные. Вот, ну, не скажу такие же, как в Штатах, но, в общем, серьезные проблемы, потому что они не могли очень долго утвердить бюджет. Но вот, кстати, Германия вышла уже из этой процедуры. Штаты, кстати, до сих пор, по-моему, пока еще находятся в стадии продлевания там на месяц, на два, на полтора. То есть, по-моему, сейчас бюджет проголосован до конца марта, но еще не проголосован на весь 2024 год. То есть, и это вот просто потому, что политиканские игры штатские. Вот. Ну, вы жили в Америке, вы знаете, что такое Соединенные Штаты Америки. Когда идет кампания, не дать очков
возможности заработать очки своему оппоненту, это важнее, чем что угодно. Вот. И поэтому, конечно, им наплевать абсолютно на украинские жизни людям, которые играют. Причем, я вам должен сказать, что, к сожалению, с обеих сторон. Да, потому что Байден ведь тоже играл на том, что он хотел провести более быстро этот пакет, и поэтому туда, так сказать, свалил все, что только можно было свалить, в надежде на то, что есть пункты, которые просто очень выгодны республиканцам, и поэтому они не смогут не проголосовать их. В результате получилось то, что наоборот этот пакет застрял, значит, на капиталистском холме, и вот уже там 4 месяца или 5 месяцев ходит из верхней палаты в нижнюю палату и затем из Белого дома на капиталистский холм, и никак не могут согласовать все это дело. И плюс еще Трамп подливает масло в огонь, потому что он давит на своих людей в нижней палате, и они, естественно, там устраивают обструкцию. Вот, то есть это очень неприятная штука. Вот, но я надеюсь, что все-таки мимо избирателя, такого вменяемого избирателя американского, это не проходит, не пройдет. Да, и поэтому вот вы уже даже сказали, что уже даже в Сенате, даже республиканцы, которые находятся в Сенате, они, в общем, там понятно, что там перевес 2 голоса всего, то есть в любом случае надо голосовать, и там есть нижняя планка, то есть там нельзя набрать меньше, чем что-то, какое-то там количество голосов, я уж не помню, там сколько там, 80 или 90 надо, но там нижняя планка тоже есть. То есть в любом случае республиканцы тоже должны поддержать этот законопроект, чтобы он прошел через Сенат. Вот. И таких республиканцев не так мало на самом деле. Тот же самый Байден, каждый раз, когда он выходит на свои брифинги, и другие сотрудники Белого дома, они говорят, что у Украины есть двухпартийная поддержка. Конгрессе. Я тут, вот. Сергей, я хотел только добавить, просто вот breaking news, буквально пару часов назад Сенат таки подтвердил, я тоже, для меня это был сюрприз, сегодня это буквально не спали и ночью приняли этот законопроект, как раз Сенат уже да, причем 20 сенаторов республиканцев проголосовали за, сейчас это все идет, все то, что вы сказали, абсолютно релевантно к нижней палате, и вот сейчас это будет рассматриваться там, вопрос будет ли, Джонсон отказывается, сказал вчера, что вообще на голосование не поставит. Есть процедуры, как это обойти, но тут должна быть полная поддержка республиканцев и как минимум 10 демократов и как минимум 10 республиканцев-перебежчиков, получается, учитывая по сути вето Трампа. И тогда есть такая процедура discharge. Я не знаю вообще, как ее на русский перевести. Но вот просто discharge, просто взять и протолкнуть это помимо воли самого спикера. И такое было уже в 2005 году принималась такая процедура. Если это произойдет в этот раз, то, ну, разумеется, это будет очень серьезный удар по Джонсону. И, возможно, он ему не сдобровать, и он потеряет это кресло. Как он ее потеряет, собственно, если он поставит этот законопроект на голосование? Вот, это ему угрожает его коллеги по партии. Сергей, я не знаю, вы, наверное, слышали о том, что Wall Street Journal опубликовала большую статью по поводу Валерия Соловья буквально вчера или позавчера? Да, я слышал, у меня даже, откровенно говоря, создалось такое впечатление, что это чуть не заказная статья самого Валерия Соловья, потому что там ему очень много комплиментов высказывалось, и причем эти комплименты, в общем, переписаны с его страницы в Википедии. Ага. Да, и он, естественно, очень, очень доволен, потому что он оказался влиятельным человеком, то есть он даже не смог отказать себе в удовольствии в нескольких интервью сказать, что его там назвали человеком, который влияет на создание информационной повестки, мировой информационной повестки. Вот. Ну, на самом деле, там она статья там бемольная такая, она не как всегда в американской прессе, там никогда человека не хвалят на 100%, там всегда есть какие-то оговорки. И самое главное, что там нет вот какой оговорки. В этой статье переписано из его статьи в Википедии о том, что в 2016 году он очень удачно предсказал две номинации, а именно он сказал, что Антон Вайна станет главой администрации президента Российской Федерации и что Володин станет спикером Государственной Думы.
Вот. Это было на самом деле самая большая удача в предсказаниях Валерия Дмитриевича Соловья, потому что все остальные политические предсказания Валерия Дмитриевича Соловья не сбылись с 17-го года. Ни одного предсказания. Вот. Единственная вещь, которую, так сказать, у него не отнимешь, и у моего партнера генерала СВР, это то, что с сентября 21-го года они говорили, что в феврале во время Олимпийских игр и после Олимпийских игр будет война с Украиной. Вот. Мы спорили, я, кстати, тоже ощущал, потому что Путин фетишист, и я за Путиным заметил, что он войну в Грузии начал в 2008 году во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Он, значит, войну в Украине начал сразу после Олимпийских игр в Сочи. Вот, и мы совместно, так сказать, пришли к заключению, что во время Олимпийских игр в Пекине зимних 22 года не может чего-нибудь не состояться, потому что Путин просто фетишист, и он любит такие вещи. Причем он... Почему еще он выбирает такой момент? Потому что когда собирается куча народу, в том числе какие-то руководители глав правительства и главы правительств и глав государств, на церемонии открытия, закрытия и так далее, то, в принципе, мир вот как бы занят этими Олимпийскими играми, и ему вроде там не до того, чтобы смотреть, кто где ведет войну. Вот. Так что в этом смысле это было просчитываемо. Я, кстати, чисто с военной точки зрения, аналитической военной точки зрения говорил, что это будет очень большой ошибкой, я в нее не очень верю в начало этой войны, потому что эта война не подготовлена. И в этом смысле я оказался прав на 100%, потому что Путин начал эту войну, но потому что он полный идиот, потому что никто, кроме идиота, не мог начать эту войну, когда все военные говорили, что российская армия к ней не готова. Начиная с генерал-полковника Ивашова, а я вам скажу, что Ивашов, значит, который бывший начальник главка международного сотрудничества Министерства обороны, когда он 31 января свою штуку, значит, от имени ассоциации офицеров запасов там и так далее утверждал вместе со своим правлением, он утверждал это по отмашке Герасимова. Это была отмашка генерального штаба, потому что армия не хотела воевать, армия не была к ней готова к этой войне, и армия не хотела влезать в эту путинскую авантюру. Потому что Герасимов говорил Путину: хорошо, если хочешь начинать войну, тогда давай вести войну так, как это записано в моей доктрине, в доктрине 2010. Значит, доктрина гибридной войны. Давай мы, значит, положим всю электрическую сеть украинскую, давай мы задействуем всех агентур, сделаем Майдан, сделаем еще что-нибудь, а потом где-нибудь там еще чего-нибудь там добавим немножко армейское. Но начинать войну, полномасштабную войну, широкомасштабную войну против Украины прежде всего не хотели военные. Это очень интересно, это новая деталь, я не знал про это. На самом деле Ивашов вот незадолго после уже этого заявления. Вот удивительные были времена. Вот я работаю еще на прямом канале украинском, и мы включили Ивашова, вот просто я договорился, и мы позвонили ему по скайпу, и он включился в эфир прямого канала, где он сказал, собственно, что колясочников нам в Москве не нужно. То есть предрекая, чем это все закончится. Это интервью посмотрело там несколько миллионов человек, на самом деле. Это был очень большой резонанс получило. И, ну вот то, что вы говорите, что на это была отмашка, собственно, Герасимова, ну, наверное, сейчас уже в контексте всего, что произошло, кажется абсолютно логичным. Но вот возвращаясь к Соловью, вот опять-таки теза о том, что, собственно, он заполняет, я вот буквально цитирую мнение экспертов, информационный вакуум вокруг Путина, сомнительная информация, создавая ложное ощущение, что правитель, ставший серьезной проблемой для Запада, скоро умрет и дискредитирует оставшиеся независимые СМИ, что он является частью онлайн-фабрики слухов о здоровье Путина и так далее. В 2020 году в Google был популярен запрос «Путин Паркинсон», в 22-м «Рак Путин», а в прошлом году запрос «двойник Путина» оставался в топе в течение всей осени. Как сказал один мой товарищ хороший недавно, Соловей таким образом делает Путина бессмертным. Когда вообще вопрос о том, ожив Путин или нет, он останется абсолютно неразрешенным. Нет, на самом деле я с этой точки зрения не совсем согласен. Наоборот, я считаю, что Соловей похоронил Путина, а это значит, что он сказал, что тот
значит, преследование Путина уголовным международным судом стало бессмысленным, потому что Путин умер, да, а двойник никакого отношения к этому не имеет. Двойник — это отдельное лицо, против него никакого мандата уголовного суда не выпускал, поэтому Путин таким образом фактически Соловей отмазал Путина от международной ответственности в международном уголовном суде. Вот. Дальше он отмазывает Путина де-факто, потому что все время говорит, что вот какие-то проколы, в том числе вот это интервью Такеру Карлсону, он говорит, что вот этот двойник такой дурак, идиот, значит, плотник четвертого разряда, который ничего не понимает, и вот поэтому там всякие ляпы, и поэтому он все рассказывает какую-то ерунду и так далее. А на самом деле это ведь тоже отмазка Путина, потому что мы-то с вами говорим, что Путин — это абсолютно тот же самый настоящий Путин, просто у него старческая деменция. Уходит в астрал какой-то, у него уже абсолютно отказывает работать голова, и поэтому он несет ахинею. Это печенеги головного мозга, будем так называть это. Да, также Рюрикович головного мозга. Вот, по версии Соловья получается, что во всем виноват двойник, потому что он просто не квалифицированный человек. Вот, и в этом смысле, конечно, он работает на Кремль. Кстати, Соловей не отвергает эту версию, потому что ему же говорят, а чего это вы, иностранный агент, который распространяет какие-то жуткие совершенно сведения про Путина и про Кремль, там, и про Кабаеву, и про их там, и про Патрушева, и про Чемизова, и про кого только вы не рассказываете, почему вы не в тюрьме, почему вы не в одной палате с Гиркиным, почему вы не тем самым ни в одной палате с шаманом из Якутии, где-нибудь там в Якутии и так далее. А он говорит, за мной стоит, в общем, башня Кремля какая-то, да, или там, он говорит, там мощная группировка, но, в общем, он ее не называет. Это, конечно, тоже надувание щек, потому что, вы знаете, вот я, так сказать, чисто аналитически уже в одном из последних своих эфиров сказал, что, вы знаете, когда за вами стоит какая-то мощная группировка, то обычно степень влияния в мире определяется деньгами и властью. Вот если у вас есть деньги и власть, тогда вы влиятельны. Если у вас их нету, тогда вы можете надувать сколько угодно щеки, вы не будете влиятельными. Вот у Соловья явно нет никакой власти, потому что он не занимает никаких постов, он не встроен ни в какую административную структуру. И у него нет явно никаких денег, потому что он постоянно дает какие-то лекции платные, где он говорит, что я вам буду рассказывать жуткий совершенно эксклюзив. Вот сейчас в очередной раз там он собирает себе и собирает постоянно донаты, говорит, присылайте мне хоть по 3 копейки, хоть по 5 копеек, но присылайте. То есть понятно, что у него просто его уволили из НГИМО, он больше не работает там профессором, и у него просто не хватает, ему нужны деньги для жизни, потому что он как иностранный агент не может там устроиться, его не берут никто на работу и так далее. А его эта мощная кремлевская группировка почему-то ему не платит деньги, и поэтому он должен собирать какие-то донаты со своих зрителей. Ну, у него большие каналы, у него большие просмотры, и по этому поводу... Но, кстати, поскольку у него просмотры, я не знаю, если у него его YouTube-канал зарегистрирован в России, то у него нет монетизации этих YouTube-каналов. Да, вот, это интересно, да, на самом деле. Возможно, с ним делятся монетизацией канала, где он выступает, хотя я с ним записывал интервью, я знаю сам по себе, что я, разумеется, ему не платил никакие деньги. Сергей, у нас остается буквально несколько минут, и такая важная тема, все-таки, может быть, успеем хоть как-то отрефлексировать на эту тему. Мы знаем, что большая семерка, G7, сейчас задумалась на тему, все-таки, учитывая, что паралич этот в Конгрессе, что касается дальнейшей помощи Украине, все-таки использовать замороженные счета Российской Федерации, 300 миллиардов плюс долларов на пользу Украины. А тем временем, если мы возьмем население стран G7, такая статистика, что если в 2022 году Россия для них была главной угрозой для большинства, то в 2023 году в Большой Семерке таковой ее считали только жители Японии и Великобритании. Вот это опрос, который был проведен на Munich Security Index. Главной угрозой для США стали кибератаки. Для Канады и Италии жара и лесные пожары. Для Германии массовая миграция из-за изменения климата, а для Франции терроризм со стороны радикальных исламистов. Вот удручительная такая, на самом деле, статистика. Интересно, ваш прогноз, как это может влиять на, опять-таки, то, что наш шкурный интерес – это помощь Украине в борьбе с Россией. И вот последние, особенно две вещи – миграция, да, из-за изменения климата и терроризм во Франции, где вы живете. Я думаю, что Российская Федерация знает и изучает эту статистику и будет всячески способствовать, мне так кажется, нарастанию этих трендов.
Да, здесь, в общем, это очень неприятная статистика. Я видел эту публикацию. Меня она тоже немножко удивила. Но, с другой стороны, она логична. Потому что, вы знаете, это я многократно, кстати, в наших интервью вам говорил, что наш обыватель, у него Украина, вот он не встает утром с утра и думает, что там происходит в Киеве, отбомбились ли вам или не отбомбились. Вот у нас остался только один, канал ЛСИ и ТФА, где довольно много еще говорится об Украине. Все остальные каналы, вот на которые вот раньше, там, 2 года там назад, меня каждый день, у меня было там 8 интервью, в том числе и живьем, на совершенно разных каналах, на радио, телевидении и так далее. Теперь вот практически от этого ничего не осталось. Есть только один телевизионный канал, такой новостные новости 24 часа в сутки, который еще говорит об Украине довольно много. Все остальные уже перестали об этом говорить. Вот. И вообще обыватель никогда... Это европейский обыватель, который находится на континенте, который понимает, что русские танки могут прийти в Париж, в Испанию, там даже до Португалии. Вот, потому что для американцев это вообще просто на планете Луна и на планете Марс. Это примерно то же самое, что Российской Федерации. То есть это через океан, это там за 6 часов лета или там за 8 часов лета от Нью-Йорка, это за 15 часов лета от, я не знаю, там от Чикаго. Вот, их это, ну, волнует очень мало на самом деле. То есть по-человечески им, конечно, это может интересно, они там солидарны как-то, вот, хотя и этот интерес падает, и солидарность падает. Вот, и, конечно, то, что у них происходит в Соединенных Штатах на границе с Мексикой, это их волнует гораздо больше, на порядок больше, в 10 раз больше, в 100 раз больше, чем все, что происходит на европейском континенте вместе взятом. И это, увы, так функционирует, так сказать, обывательский ум, обывательский интерес. Вот. Но, вы знаете, в этом смысле помогает Путин и помогает Медведев, потому что каждый раз, когда они угрожают, значит, НАТО, каждый раз, когда они угрожают ядерным оружием, каждый раз, когда Путин говорит, что мы на вас там нападем, и даже Трамп, который теперь говорит, что я теперь разрешу Путину нападать на все эти страны, он, в принципе, льет мельницу одновременно и на нашу воду, и на нашу мельницу, потому что он пробуждает интерес. И, кстати, вот когда вы меня, по-моему, даже спрашивали в одном из интервью, или ваши коллеги, вот когда появлялись статьи в Бильде о том, что вот там через 3 года или там через 5 лет русские будут в Германии, и меня спрашивали, зачем эта публикация. Я вам говорил, это для обывателя. И, кстати, Путин в своем интервью это тоже подтвердил, надо ему отдать должное. Он подтвердил, просто он это подтвердил в отрицательном плане, а я это подтвердил в положительном, что все эти статьи пробуждают обывателя, а обыватель поддерживает своего законодателя, а законодатель дает вам деньги и вооружение на поддержку Украины. Вот. И я надеюсь, что это будет продолжаться и дальше. Я имею в виду помощь. Есть позитивный проблеск здесь и в том, что вы говорите. Спасибо вам и за этот оптимизм, и за, как всегда, экспертный анализ. Друзья, Сергей Жирнов был нашим гостем, бывший старший офицер службы нелегальной разведки СССР и СВР Российской Федерации. Merci beaucoup. Thank you.